7 шаров, Леш. Спасибо. Блин, поближе ставьте, а то вообще далеко не видно будет ничего. Если надо, убирайте потом. С вами не держите. Что-то это понтовый. Ты что, посмотри, а? Ой, как они дураки. Наоборот, Леша, они меня и спасают. Толян, иди поздороваемся хоть. Да не могу. Вижу, вот, занят, пока мой, пока не мой ход, готов поздороваться. Потом вот. Потом что? Потом не могу. Не если вы готовы, привет. Открывайте.
Леша дерет. Леха тебя как раздирает Леги? Да. Да. Даже не Леги. Как добрался-то? Как добрался просто? Чудесно. Тогда в пятницу вечером? А, такси. Толь, если готовы? Готов. Третий стол откройте. Там? Помешал. Там они есть, что ли? А, ну, с кулиной, да. Свет включили. Нет, но это... Фу, туда нельзя шарить, короче. Сталич. О, можно тебя? Да. Ну, слава, напомню. После своего обязательно должен быть окружающего. Минус сроки. Сроки берешь, если после свояка. После свояка забил, забил. Где хочешь, со стола забираешь сам. Да, ты. Пока что так. Мы сами вспоминаем. Владимир сказал, что надо не так. Но правило. Давай, Жека. Раскати под хватом. Серьезная заявка на победу. Ладно, я тоже свой скромный достану. Запомнил. Жена, ты что, ты напиваешь? Я раздумал. Да. Да мне тоже вчера мужик рядом. Перемерзли же где-то. В следующий четверг еще сыграем, а потом будет либо суббота, либо воскресенье, либо перемешку. Все зависит от этого, от графика. Официально, кстати, нормально. Я там напишу еще пока. Жень, ты разбивал мой снизу, да? Да ладно,
блядь. Владимир, он будет больше хороший. Я в микрофон хотел за Василия в задании. Это пипец какой-то. Придется убирать, Антоха. А что, тебе жалко, что ли, оставить? Ну, да и все, что убирать. Жадный тебе, Антоха. Чужого, на чужого и выбираешь любой шанс оставаться. Thank you.
Машину не можно, да? Жду еще. Да, страховая. У тебя что за страховая? Легальти. А Прохор, ты нашу игру не записал, что ли? Записал. А, вижу. Владимир, все видишь, оказывается. Не-не-не, просто нереально. Забивай уже рыбу с ним. Что, сыграем? По 6 подряд. Андрей, ну что, будем еще? Так начинайте. Да, закончим. Минуточку. До 5 шаров можете начать, вот если там, они там будут. Все, Андрей статистику не хочет портить. А я сейчас догадаюсь, что это. Ну да, это не я выиграл, а ты проиграл партию. Ты, кстати, угол, ты не забил, ты на самом деле не поверил, что ты выиграл. Это что-то, да, получил. Да, 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 я думал, что играл, да, да, толково отыграться. Так, запишешь? Да. Давай я с Лёкой, потому что они играли с Лёкой, а я с ними играл. Я с ними играл. Вы знаете, что это? Блин. До сих пор все, они так ровно стояли, я не хотел вкупать. Ты чуть-чуть подровнял, а это хватило, чтобы, блин, геометрия. Как вы скорость командовали? А мы, слушай, в садике второй раз пошли, справлялись? Нет. Ты обогнал, да? Немножко. Не надо рассказывать сказки. Я не в жизни поверил.
Ну, это уже твои проблемы. Можешь верить, можешь не верить. Через лоб на тихом ударе чужого, чтобы стойка оставить в лужу. Да как, в чем проблема? Так перед чужого мне тогда там дух смог оставить. Я тоже удивляюсь с некоторых твоих ударов. Ничего. Так, Женя, поставим ловушку. Черт, не черт. Ты понимаешь, что они забивают часовиков, ты не представляешь цель, да? Ага. Не сказать, что это просто и своя, по мне так не очень. Люди не умеют такие вообще играть. Дурак.
Женя, на две попробуем.